Друзья, представляю вам рецепт салат по рецепту моей бабушки. Значит, состав такой, вот этот салатик. Зеленые огурцы, как вы видите, молодой зеленый лук, от себя чуть-чуть сельдерея свежего. Вот. Значит, я использую вместо соли вот такая вот называется lemon pepper. Значит, тут состав такой. Состав очень интересный. Так, состав. Соль. Но соли немного, всего 10%. Так. Соль. Сахар. Citric acid, но это можно сказать витамин C. Черный перец, чеснок. Семена сельдерея, лук, лимонное масло. Вот, в общем, очень шикарная вещь, вот такая вот. Это вместо соли, называется lemon pepper. Вот. Она не очень дорогая. Вот, gluten free написано. Вот это. Значит, я использую три вида масла. Естественно, Extra Virgin Olive Oil. Может быть, любая фирма, но я использую Botticelli. Льняное масло, тоже любое. И для запаха нефильтрованное подсолнечное. Так как мы любим такой хороший украинский запах. Вот. И литовский хлебушек в тосте. Вот такой. Вот он. Он очень полезный. Это чисто ржаной. Вот Lithuanian. Вот. И, как говорится, все это хорошо перемешать. Оно должно чуть-чуть настояться, пустить сок. Вот. Но ничего лишнего. Все должно быть зеленое. Зеленые огурцы, свежий зеленый лук молодой. И можно сельдерей добавить по усмотрению. И все, и приятного аппетита. Это можно, как говорится. Вы от такого не поправитесь. И полезно, потому что то, что зеленое, там все то, что зеленое, зеленая кожа, там содержится хлорофилл. Вот. А хлорофилл – это жизнь. Хлорофилл – это кровь растений. Вот. И очень полезно. Поэтому приятного аппетита, наслаждайтесь. Вот. Значит, это рецепт моей бабушки, еще один раз повторяю. Иты Лазаревны Мейерович. Ее была девичья фамилия. И когда она вышла замуж за моего деда, она стала солита. И вот она меня воспитала. Я с ней жил на 6-й фонтана. Вот. Она мне делала такие вот вкусные салаты. Не каждый день, но часто. Я очень любил. Вот. В общем, вам на заметку. Я вас всех обнимаю.